У нас сегодня где-то экватор отпуска. Сегодня мы покатались с детишками на бананчике. Сейчас где-то время 1:30, и мы... Куда мы идем? В кафе. В кафе? Кушать, что будем кушать? Рыбу-флейту? Рыбу-флейту будем кушать? На экскурсию приглашаем на катере отправиться в двухчасовое морское путешествие. Тут никого нету. То, что у нас в соседней кафешке. Маклюра зеленая. Экс. Выпечка. Это наша кафешечка. Так, столик наш должен быть уже готов. Так, ну что мы заказали? Литр соку, два пива, два плова. Это нам, а детям мы заказали порцию голубцов и порцию картошки фри. Ну плюс сок. Давай, все. Сейчас покушаем, посмотрим, во сколько у нас обойдется. Это у нас столик такой топчанный, в стиле восточном. Есть обычные столики и есть столики с видом на море. Еще есть топчан VIP, там он, где виноград растет. Но его очень тяжело снять. Что нам принесли? Плов подается такой, такой вот подача. Чок. Так, что у нас тут голубцы? Ну, здесь у нас мало идет. Голубцы и картошка с соком. А у нас плов с пивом. Уксуса нет, чтобы полить. Яйца нету тоже, салат не подается в комплекте. Ну вот такое вот мясо в таком виде какого-то фарша, непонятно. Не кусочками, а как будто кто-то пожевал уже. Вот так вкусно, конечно. Все покушали. Вам понравилось? Нормально. Что понравилось? Картошелька разламывалась, как не голубцы. Что понравилось? Голубцы и картошка фри. Да, нам плохо понравилось. Погоди, мы отдали за обед 1900, ну это нормально. Пиво 200, сок 250, плов 350 за порцию, 250 картошка и 250 голубцы. Все, идем купаться.